Бой, не забыл меня? Ну-ка сейчас проверим. Неплохо, но не зарывайся. К тебе приглядываются. И ты приглядись, парень. Ты привез мне новую машинку. Позволишь взглянуть, что там под капотом? Ведь она практически уже моя. В курсе, что мы в черном списке ставим тачки на кон. Вот умные люди в курсе, поэтому их здесь нет. С болтами? Дай-ка. Давай свой техпаспорт. Он бешеный. Осторожно, этот гад что-то задумал. Сперва возьму тачку, малый, а твою подружку потом. Утрешься, болван. Эй, будет непросто. У него тяжелый танк, так что смотри в оба.
Нападение на экипаж. Пытаюсь скрыться. 34, выполняйте. Бегут как зайцы. Преследую группу. Машинка класс. Ему она больше не понадобится. Эй, так где мои деньги, что а? Что такое? Да, все закончилось хорошо. Да, продолжай, стой, сколько план-то? Но машинка класс. Уж я о ней позабочусь. Да, тачка-зверь. Слишком хороша для тебя. Эй, Мия, солнышко. Давай отпразднуем победу. Копы! 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 Смывайся теперь, болван! Я думал, ты приличный человек, а ты преступник. Эй, а машина твоя где? Осиротела. В тюрьму он ее с собой не возьмет. Ему там и без нее будет тесно. Садись. Что, отпустили за недостатком улик? Правильно, какой же ты стритрейсер без машины? Нет, парень, даже не надейся, я к тебе по делу. С тобой обошлись нечестно, такое нельзя терпеть. Рейзер кинул тебя, подстроил поломку. Такой вот он. Теперь он взорвался, возглавил черный список. Кстати, благодаря твоей тачке. И тебе нужно доказать, что ты гонщик, не друг копам и не лох. Скрываться будешь у меня, но сперва обзаведись приличной тачкой. Это ты, Мия. Я отправлю к тебе одного парня. Мой друг, твой друг, ага. Ладно, сочтемся. Я так не со всеми, меня тут считают стервой. Ладно, удачи. Привет, смотри на карту. Вот место, о котором я говорила. Жду тебя там.
Ну как тебе, Нара? Что скажешь? Держать тачку можно здесь. Считай, что это твой гараж. И, кстати, классное укрытие от полиции. А вот с Рейзером придется подождать. Сперва надо добраться до него. Ты должен возглавить черный список, а это будет очень непросто. В общем, тебе нужно утереть нос каждому из этого списка. Добейся славы гонщика, выбери момент и вызови самого слабого из них. И так далее, пока до Рейзера не дойдет. Понял? Я помогу тебе этого добиться. Обращайся, если понадобится. Вперед!